Мастер-классы по йоге, фудкорты национальной кухни, индийские танцы и музыка. В Киеве проходит 8-й фестиваль йоги и здорового образа жизни «VidLife-2018». Одно из самых масштабных йога-мероприятий Европы ежегодно собирает десятки тысяч участников из разных городов Украины и всего мира. Чем удивляли в этом году, расскажет Тамара Кононенко. Супруги Сергей и Татьяна познакомились с йогой 5 лет назад. Говорят, это отличный способ расслабиться. Недавно открыли для себя парный вид практики – акро-йогу. Парная йога – это как… Я даже не назову это йогой, честно говоря. Ну, это акробатика. Но как бы она полезна тем, что это… Как, относится она, наверное, к телесно-ориентированным практикам. Ну, и она хороша для пар, для… Ну, и, в общем, для… раскрепощение, для свободы тела. Я уверена, что меня держит правильно, и я знаю, что будет поддержка, поэтому легко, поэтому получается. Посол Индии в Украине йогой занимается 20 лет, ежедневно уделяет занятиям 20 минут. You will see most of our problems originate in our mind. Большинство проблем исходит от нашего ума, и если мы сможем его контролировать, то сможем контролировать и свое тело. Йога учит этому. Левая рука вверх. Также толкаем сильно-сильно лопатки назад, подбородок слегка к груди. Йога – только часть масштабного фестиваля. Главная цель – познакомить гостей с богатой ведической культурой, говорят организаторы. А веды – это знания, поэтому мы собрали все знания человека о себе. Самое лучшее знание – это о самом себе, о душе. Поэтому мы говорим слово «поведение». Чтобы физические упражнения и медитация приносили пользу, нужно уделять внимание и пище, уверены участники. Фудкорты предлагают вкусную и полезную еду. Наибольшим спросом пользуется вегетарианский фастфуд. Фалафель в лаваше – это, как нам всем привычная шаурма, но с нутовой котлетой. А также мы предоставляем веганские бургеры, готовим их с чечевичной котлеткой. Майонезный соус используем соевый. Для Елизаветы фестиваль стал территорией свободы. С детства девушка страдает облысением. Вспоминая 3 года назад, именно на фестивале нашла в себе силы перестать бояться быть собой. Я не принадлежу к ведической культуре. Моя внешность – это просто врожденная особенность, я такой всегда была. Вот. И, ну, VidLife стал просто тем фестивалем, когда я решила ходить не в парике, а в, ну, в своем естественном виде. Самым ярким станет финал фестиваля. Его украсит праздник индийских красок – холли. Тамара Кононенко, Сергей Ильинский, UATV.